Всем привет, дорогие друзья! Я только что проснулся, как и мой товарищ. И вышел вот трейлер GTA 6. Мы как эксперты во вселенной GTA, да. Сейчас будем его жестко анализировать. Сначала мы фул посмотрим, потому что я его нихуя не видел. Полторы минуты. Ну, это подарочек, конечно. Даже любопытно, что там будет. Ну, погнали. Ой, блядь. Ну, я немножечко посмотрел, ну, я так, чтобы быть, наебал вас чуть-чуть. Но я писал 11 секунд. Так, что, поехали, да? Да-да. Погнали. Музыка бодрая. Люсия, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Негры. Вот Крымский мост там. Во, негры. 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 Нигеры. Негры. 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 Well, look who's back. The only way to get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Лига, а вы тоже заметили, что все белые персонажи показаны? Да похуй, трейлере, подожди, да, да, я про другое скажу. Во-первых, трейлер, если честно, полое говно. Давайте я вам объясню, почему я посмотрел первые 11 секунд. Потому что вот это выглядит, блядь, как GTA 6 на Unreal Engine 5, типа, концепт, нахуй. Вам не кажется, может, я ёбнутый? Ну, это что-то как-то странно выглядит, не? Может, у меня просто качество 720p? Но я больше не буду ставить. Потому что именно в таком качестве она будет выходить на PlayStation 5. Так, теперь разбираем кадры, да? Ну, вот этот кадр выглядит как полное говно, да? Нечего сказать. Идем дальше. Вот это вот нахуй, вот 3 секунды показывают нам колючую проволоку. Типа это намек какой-то на то, что... ну... будет раскрыта тюремная жизнь. Люсия! Ну, собственно, да, вот главная героиня. Люсия. Кстати, как, блять, Люсия, как и в трейлере Fallout 76, охуеть, одна вселенная. Do you know why you're here? Так, ну вот, собственно, первый негр, которого мы наблюдаем на экране. Это, кстати, как, знаешь, как GTA 5 будет, типа, главная героиня, видимо, говорит там, то ли со своим психологом, то ли еще что-то. Но это вряд ли. Мне кажется, это вообще самое начало. Я надеюсь, как будто отмечаться, нахуй, у нее каждые 2 дня заебшим был. Так, ну, главная героиня выглядит... Кто-то может сказать страшная, но на самом деле это типичная латиноамериканская рожа. Гига-чеда. Ну, запас. Смотрите, какая 60. У нее. Да, смотрите, какая у нее, ну, типа, челюха. Трапеция. Да, крутая прям. То есть, женщина довольно сильная. Не знаю, меня она какого-то прям супер негатива не вызывает. Она типичная латиноамериканка. Благо, там есть мужик, за которого можно играть, и он белый. I guess. Не, ну, блядь, если честно, поражает масштаб. Если действительно будут такие пляжи, можно будет давить всех этих... Ну-ка, вот я хочу посмотреть на коробки. Да ёб твою мать, блядь. Ну, с каждого здания, видимо, можно будет зайти. На самом деле нет. Это же, по заявлениям разработчиков, 70% зданий. Да? Блять, да. Как же PlayStation 5 это вытеснит? Чё-то я не очень верю этому. Это отсылка Half-Life 2 была? Да. Бля, вот мне не нравится то, что... Чё вот это за фильтр, блять? Вот, ну, я вообще ничего не вижу, зачем вот? Ну, почему нет чистой картинки? Вы в реальной жизни, когда выходите, вы тоже видите огромное количество тумана? Чтоб консольки потянули, что непонятно. Да, вот фламинго. Все-таки ПК будет позже, как всегда. Да. Так, это... ну, местность тоже
Не очень приятно выглядит, не знаю, как по ней кататься. Давить вот этих всех фламингусов, всех этих аллигаторов. Так. Да. На самом деле, кто-то может сказать, почему так много негров? Но это современная Америка, да? Белых людей в ней нет. То есть, если мы помним оригинальный Vice City, да, это явно уже не он. Вот, кстати, женщина в Т-позе стоит. Но жопа за счет. Да, прикиньте, как вы едете здесь на монстр-траке и просто давите всех. Я на танке хочу лично. Блин, если честно, что-то вот я слабо верю в то, что вот реально будут такие толпы. Кто знает. Вы уверены, что PlayStation 5 вытянет это? Слушай, Draw Distance, например, снял. Дальше там спрайты людей. Так, ну... Лодки. Вот это как будто вообще из GTA 5. Так, ну, собственно, лоурайдеры будут. Так, ну, собственно... Блять, вот скажите мне честно, да, вот вы не устали от, ну, от всей вот этой вот хоуми темы со времен, ну, San Andreas, GTA 5? Типа вот снова вот эта тема будет. Он здесь, ну, красиво довольно выглядит. Я так понимаю, весь город будет разделен на острова, потому что это уже не первый раз, когда показывают какой-то остров. Поэтому я уже вижу в GTA Online то, что у нас будут миссии, где вы ее берете здесь, надо на тот остров, и вы такой, блядь, сука, опять полкарты проезжать, типа. Или лодку взять лучше, даже не знаю. Ну, зато 16 times details. Ну да. Ну, вообще, если честно, не знаю. Ну, вот, собственно, опять показывают улицу. То есть, вот, белый просит помощи у трех негритянских женщин с большими задницами. Вот какие-то тусовки будут. Ну, вот Крымский мост, про который я говорил. Наверное, прикольно на нем вот на полной скорости ехать. Главное, трафик в ноль выключить, чтобы никто не мешал. Так, вот мы видим женщину, которая показывает нам свои прелести. Другую женщину, которая кайфует. Ну, вот Vice City. Какой-то скуф отдыхает с молодыми тяночками. Попи. Добрее. Да, да, да. Я надеюсь, что ТикТоку местно уделяют большое внимание сюжету. Ну да, это же сатира типа на современное общество. Так, ну вот какой-то чел ловит аллигатора, видимо, это проблема для Vice City. То, что постоянно куда ни возьми, суются эти аллигаторы. И там целый штат, не только Vice City. Mm. Так, ну вот, собственно, опять стритрейсинг какой-то. Опять толстые черные женщины с огромными жопами танцуют. Так, ну вот... аллигатор. Блять, это уже второй кадр, где вот показывают социальную какую-то проблему, знаете, то, что аллигаторы заебали. Возможно, будет в игре рандом энкаунтер, вы знаете, просто стоите, к вам аллигатор подходит и сжирает вас, если вы слишком долго АФК, там, я не знаю. Так, ну вот, собственно, негров штурмуют другие негры с пистолетами. Кстати, блядь, я надеюсь вообще, то что это не просто так нам показывают. Я бы хотел быть полицейским в этом мире, вот честно скажу, типа, я бы хотел за него. Согласен. Но мне кажется, нельзя будет, потому что мы типа Бонни и Клайд и все такое. Так, ну вот там негр ловит какого-то толстого мужичка. Он какой-то сумасшедший. Типичная клоунада GTA 5. Опять, блядь, клоунада. Да, мне кажется... Да. Ну, опять какая-то клоунада, все веселятся. Кстати, это ребенок вроде, да? Или это карлик? Скорее всего, ребенок. Интересно, можно будет его задавить? На вас, Евгений. По-моему, он на коленях стоит. Это все-таки не ребенок. Ну вот, собственно... Смешная бабка. Да, вот смешная бабка, смешные... Look who's back. Ну вот, полицейские едут на очередной вызов. Ну, кстати, главный герой, но он хотя бы белый и голубоглазый.
Ну и вообще он... Как будто даже на Ника Белика похож. Да, чуть-чуть. Он вообще гигачадовый, вот честно скажу, за такого приятно будет в этом мире играть. Я очень боялся, что будет вот один из тех персонажей, которого вот мы видели до этого. Я надеюсь, у него будет нормальная походка, самое главное. Да. Ну вот, собственно, да. Они, видимо, после очередного ограбления едут куда-то. Угу. Так, вот Weasel Noobs будет, как в GTA 5. Вот. Какой-то Джокер, видимо, в GTA 6. Не знаю. By sticking together. Угу. Так, что мы тут можем видеть? Вот опять какие-то погони, опять какие-то шоу. Снегр нами недоволен, то что мы не so excited. Не, ну вот мужик реально прикольный, смотрите, как он ходит, он прям такой уверенной походкой. Мустанг. Trust. Trust. Не, ну нормально вообще, мужик нравится, ставлю лайк за него. Наконец-то, блядь, нормальный персонаж, не какой-то скуф, не старик, а просто нормальный белый мужик. Даже не негр. Приятно, блядь, себя с ним ассоциировать, да, дорогие друзья? Согласны? Так, ну вот они куда-то опять врываются, очередной стор грабят. Не, ну удивление... Да, женщина нормальная, она хотя бы попчить может. Ну, в целом, нихуя не понятно, но главные персонажи радуют, на самом деле. Радует наличие все-таки вот, ну, крутого белого мужика, за которого приятно играть. Будет вероятнее всего, да. Смотрите, я в ахуе, 49 миллионов просмотров 9 часов назад. Это как вообще так? Ну, все вроде как довольны. Ну, ждем геймплей, трейлер все-таки. Ну да, все-таки лучше ждать геймплей трейлер, потому что тут, ну реально нихуя не понятно. Типа, на что нам тут смотреть? Вот просто на как негры друг другу руку пожимают там, типа. И на вещи, которые мы и так видели во всех предыдущих частях, типа лоурайдеров, блядь, каких-то кринжовых, нахуй, женщин и мужчин. Ну, норм, на самом деле. Я удивлен, что нормальное языковое сопровождение к трейлеру было подобрано. Адекватное. Да. То есть, как бы, игра как будто не только для зумерков. Ну и для скуфиков. Да, сойдет. Ладно, спасибо, дорогие друзья. Теперь мы перейдем к действительно, так сказать, ну, актуальным вещам. На этом мы с вами прощаемся. Так, все. До свидания.